легкий перекус и погнали! Знаю, ты хочешь сделать мир лучше. Дай порулить! Но ты слишком беспечен. Без паники! Никто не пострадает! Ты играешь в Бэтмена? Даешь правосудие! Ты же еще ребенок. Поверь, когда-нибудь твоя сила понадобится. Не ты выбираешь момент. Момент выбирает тебя. Аж мурашки пошли. Стой, ты это опры стащил? Он здесь! Папочка отрастил усы. Ха! Когда я был в изгнании, я обнаружил источник невероятной энергии. Большое дело. Первый пункт в списке больших дел. Надеюсь, не опоздал. Прости, так ты кто? Я Тейлз. Ясно. Вот как мы поступим. Шаг первый — раздразни врага. Шаг второй — понятия не имею. Держись! О-о-о! Легко отделались. Прогноз на сегодня. Вероятность приключений 100%. Отправителю! Смирись, тебе моей силы не видать. А похоже, что я нуждаюсь в твоей силе. Где мои манеры? Соник, знакомься, это Накл. Есть минутка. А, что? Как ты сюда... Как поживаешь? Долго рассказывать. Это твоя детская комната? Ага. Но в общаге у меня все по-взрослому. Да, не сомневаюсь. Твои рисунки? Нет, что ты? Неплохо. Я тоже соскучилась. Ну да. Так а что ты тут делаешь? Я думал, больше тебя не увижу. Хочешь проветриться? Я наказан. Печалька. Кут... А Человек-паук тоже наказан? Вообще-то... Старт прошел.
of the children boogie. Бесконечность не предел. Говорю, что хочу. Круглые сутки год напролет. Я знаю, это чересчур. Но мне некогда валять дурака. Земля по манч блан. Столько работы и не говори. Это будет лучший год на свете. И мне ничто не помешает. Вот так! Мэй-мэй, завтрак готов. Иду. It's gonna be me. У тебя все хорошо? Я жуткое красное чудовище! Не смотрите на меня! Отойдите! Это уже случилось? Что ты сказал? У наших предков мистический союз с красными пандами. Ты что, издеваешься? Есть! У нас в семье такая странность! Такая милая! Чума! Я всегда хотела хвост. Я уродец! Мы тебя любим! Ты подруженцы! Ты это ты! Любая яркая эмоция выпускает панду. Эбби, ударь меня! Ты представляешь, как это опасно? Ты там взбесишься, и твоя панда все разнесет. О, мой боб! Всю жизнь я старалась быть прилежной Мэй-Мэй. Но я новая нравлюсь себе больше. Бой, девочка! Стоп! Вставай, приятель, пора гулять. Пускай поспит еще немного. Поспал. Все, я встал, Крипто. Сейчас пойдем гулять. Мой хозяин, Супермен. Вот тут складочку отсюжим. Так вот, для чего нужен лазер? Ну нет. Мой пес просто супер, но с другими животными он ладит плохо. Как жизнь, среднестатистическая собака? На днях курьера из FedEx укусил. Кто его подослал? Легион судьбы? Генерал Зод? FedEx. Конечно. Федерация экстрасенсов. Им веры нет. Где моего хозяина кошки носят? Так, так, так. Знаменитая Лига Справедливости. Супермен! Что происходит? Ты стал суперсильным. А должен был стать супердохлым. Мой лучший друг в опасности. Мне нужна ваша помощь. Мы всего-навсего свора бездомных питомцев. Но мы круче, чем вам кажется. Могучая хря. Я ничего не видела. Турбо-панцирь. Где это я? Собака-неубивака. Ну, конечно. Только мне одному никаких суперспособностей не дал. Тот, кто наделен суперсилой, обязан использовать ее во имя справедливости. Сорян, ты что-то там говорил? Это сколько ж надо было выпить? Два полных унитаза и биде. Соглашусь, пожадничал. Причем я знать не знал, что это за биде. Думал, такая собачья поилка. Суперпитомцы. С дороги, кошачьи дитя.
Тос, активируй собачий щит. Какой щит? Прыгайте! Отлично сработано. Уверен, это чудовищно больно. Готов махнуться суперсилой.